Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. В Самаре пройдут соревнования по чирлидингу. Футбольная весна стартовала в Самаре. Самарский дзюдоист завоевал золото на первенстве страны. Самарские дзюдоисты принесли сборной региона две медали на первенстве России. В Кемерово удача улыбнулась Арману Адамяну. В весовой категории 100 килограммов он стал чемпионом. В финале спортсмен поборол соперника из Алании Сослана Икоева. Другой самарский дзюдоист Армен Тавмасян в категории до 90 килограммов занял третье место. В малом финале он был сильнее Эльдара Аллахвердиева из Тюмени. Новый городской турнир «Футбольная весна» стартовал на стадионе «Металлург». На тренировочном поле за призы в мастерстве соревнуются 10-летние спортсмены. Какие команды победят, «Акрон», «Виктория», «Самара», 9-я школа Олимпийского резерва или Центр подготовки футболистов, станет известно в пятницу. Организовал футбольную весну в Самаре нападающий крыльев Советов Сергей Корнеленко. Группы поддержки спортивных команд определят лучших на открытом первенстве и чемпионате Самарской области. Турнир пройдет в Грации в субботу. Первые поединки намечены на 13:00. В соревнованиях примут участие более 50 физкультурных коллективов. Чирлидинг – самостоятельный вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу, танцев, акробатики и гимнастики. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!